Про буддийский Кыргызстан, Дух Божий, с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно. Сегодня суббота, 25 февраля, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы соединим нашу веру и попросим у Бога защиту, направление, попросим, чтобы Он благословил сегодняшний день. Я верю, что этот день будет успешным и благословленным. Мы верим в силу молитвы, поэтому каждый день молимся и верим, что Бог обо всем позаботится. Аминь? Давайте обратимся к Богу сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас обратимся к нашему Господу. Мой Господь и мой Бог, во имя Иисуса Христа мы обращаемся к Тебе в молитве. Неделя заканчивается, и мы благодарим, мой Бог, Тебя за то, что Ты всегда заботишься о нас, помогаешь нам, несмотря на наши человеческие ограничения, Ты всегда, мой Бог, помогаешь нам. Спасибо Тебе. Спасибо за сегодняшний день, за дыхание жизни, за здоровье и за все, что Ты делаешь, мой Бог, в нашей жизни. Спасибо. Мы за все благодарим во имя Иисуса Христа. И мы просим, благослови, Господь, сегодняшний день. Ты наша сила. Мы рассчитываем, мой Бог, только на Тебя. У нас нет другого. Мы не полагаемся на себя. Мы не рассчитываем на людей, мы надеемся на Тебя, потому что знаем, что человек обещает одно, делает другое, обманывает, но Ты, Господь, Ты не человек, Ты Бог, Ты наш Спаситель, и мы знаем, что на Тебя мы можем рассчитывать. Все вопросы, Господь, которые нам нужно решить сегодня, мы отдаем в Твои святые руки. Все наши планы, все отдаем Тебе. Иди впереди каждого из нас. Помоги, мой Бог, нам. Направь нас. Мы отдаем всю нашу жизнь Тебе. И по вере провозглашаем, что сегодняшний день будет успешным и благословенным во имя Иисуса Христа. Господь, мы сейчас соединяем нашу веру и мы молимся за нашу страну. Мы просим, благослови Кыргызстан, благослови нашу землю. Мы молимся, мой Господь, и просим, чтобы Ты благословил всех жителей нашей страны. Мы молимся тоже за правительство, за президента, за людей, которые имеют власть в нашей стране. Господь, пусть наша страна будет развиваться, будет процветать для славы Твоей. И мы также, мой Бог, молимся и просим, чтобы Ты, мой Бог, пробудил веру людей в нашей стране, чтобы у них появилось желание познать Тебя, ходить в церковь. Да будет спасение, Господь, в нашей стране, во имя Господа Иисуса Христа. Мы также, мой Бог, молимся за другие страны. Сейчас с нами молятся люди из разных точек мира. И мы соединяем нашу веру, мой Бог. Мы молимся вместе, просим, благослови, защити, мой Бог, Твой народ. Благослови этого человека и его семью, там, где он находится. Может быть, далеко от нас, но для веры нет ограничения. Господь, мы молимся за людей, которые в Турции потеряли близких людей. Помоги, мой Бог, там людям. Мы молимся, Господь, за мир в Израиле. Мы молимся, мой Господь, за мир между Россией и Украиной. Господь, эти люди сейчас, которые молятся с нами, и они находятся в опасных местах. Защити их там, мой Бог. Пошли сильных ангелов, чтобы защитить, мой Бог, людей. Мы молимся, Господь, и мы просим,
Сделай так, чтобы все эти конфликты там и в других странах тоже прекратились, Господь. Во имя Иисуса Христа мы просим и отдаем все в Твои святые руки. Во имя Иисуса Христа отдаем всю нашу жизнь и всю нашу семью. Дорогие друзья, помолитесь со мною сейчас. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава Богу! Дорогие друзья, я уверен в том, что наша молитва была услышана Господом, и Он уже благословляет каждого из нас во имя Господа Иисуса Христа. Аминь? Я хочу сейчас передать вам направление на сегодняшний день о том, что написано в Слове Божьем. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 11 главу, 12 стих. Вот что Господь Иисус сказал. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его. Вы знаете, дорогие друзья, что нелегко, конечно, идти за Иисусом. Иисус учит нас благословлять проклинающих нас, любите гнателей нас. Он учит нас тому, что нам нужно любить ближнего, как самого себя. И, конечно, это не всегда легко, потому что бывает, что люди причиняют нам боли, обижают нас. Но вы знаете, что я хочу сказать вам сегодня? Стоит того исполнять то, что написано в Библии, потому что намного больше, намного важнее, чем все это, гораздо важнее, чем все это то, что ждет нас на небесах. Иисус сказал, что когда люди преследуют нас, Он сказал, радуйтесь, велика награда ваша на небесах. Дорогие друзья, стойте верь, не опускайте ваши руки. И если вы проходите через проблемы, Бог дает вам силу сейчас, чтобы вы могли бороться и побеждать. Но стоит того идти за Иисусом, потому что, вы знаете, это наше сокровище, наше спасение. Прилагайте все усилия. Вы не одни, Бог с вами, мы тоже с вами. Мы в молитве за вас. Все будет хорошо, но прилагайте все усилия и не оставляйте свою веру. Это Слово Божье для вас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра по бишкекскому времени. И если вы сегодня смотрите первый раз, то вы можете каждый день молиться с нами. У нас идет эта молитва каждый день в 6 утра. Хорошо? И если это слово помогло вам, ставьте лайк, отправьте вашим друзьям и напишите в комментариях, откуда вы участвуете в этой молитве с нами. И добавьте, пожалуйста, в ваши комментарии вот эту фразу. Я буду прилагать все усилия, чтобы хранить свою веру и быть с Богом. Стоит того. Аминь? Напишите это, и пусть Бог вас благословит. Обильно. Хорошего вам дня. Идем вперед, дорогие друзья. Стоит того быть с Богом. Он велик, Он нам поможет. До свидания. Все дела Твои прекрасны, бесконечны, чудеса.
когда стоя на коленях Твоего лица ищу, обращаешь свои очи на меня. Невозможно Иисус мой, без Тебя.